Полицейские проверят техническое состояние качели на Таирова. Накануне с нее на детской площадке упал 10-летний мальчик. Травма оказалась смертельной. Кто виноват в трагедии, узнавала Дарья Сметанка. Вот здесь ребеночек лежал уже, он еще, у него был пульс, когда я подошел. Ну, когда уже приехала скорая, уже он не дышал. Очевидцы трагедии говорят, в тот момент на качели катались несколько ребят. Там два человека сидело, а он, как я понял, вместе с ними был. То ли выпрыгнул, то ли что, потому что зацепило за штангу уже. Я так понял, он без сознания упал сюда. А потом вот эта нижняя часть качели уже добила его. На место, где погиб ребенок, сразу же приехала скорая. Но 10-летнего Андрея уже нельзя было спасти. Полицейские открыли уголовное производство по статье умышленного убийства с пометкой «Несчастный случай». Тело хлопчика было доправлено на экспертизу. В теперішній час проводиться перевірка, в рамках якої слідчі Київського відділу поліції ініціювали додаткову перевірку вказаної гойдалки, тобто її технічного стану. Детскую площадку обустроили сами жильцы дома на улице Королева 5 лет назад. Теперь они же решили установить специальную трубу, которая не позволит качелям раскачиваться слишком высоко. Не дожидаясь следующего несчастного случая, жители дома решили самостоятельно решить проблему. Они установили ограничитель. Теперь эта качеля стала безопасной. Дарья Сметанка, Виталий Прус, Думская ТВ. We'll be right back.